Недавно китайская компартия направила более 45 инспекционных групп в различные регионы страны, чтобы те выявили возможных коррумпированных чиновников на местах. За этим последовал ряд загадочных инцидентов, после которых китайские интернет-пользователи призвали власти прекратить инспекции. Первую группу инспекторов отправили 27 мая в китайскую корпорацию зерновых резервов в провинции Хэйлунцзян. Через несколько дней там возник пожар. Огонь уничтожил 50 тысяч тонн зерна, причинив ущерб в 16 миллионов долларов. 1 июля, спустя месяц после того инцидента, пожар вспыхнул и на складе Национальной корпорации хлопковых резервов в Шанси. Ранее на предприятие также была направлена инспекционная группа. Сгорело 10 хранилищ и 36 тонн хлопка. Ущерб оценили в 50 миллионов долларов. Сами группы хранят молчание о причинах пожаров. Соответствующие органы власти также не проводят расследований. Однако китайские блогеры молчать не стали. Тема активно обсуждается в интернете. Люди не поверили, что эти два пожара после инспекции могли быть простым совпадением. Многие высказывают мнение, что пожары устроили местные власти, а расследовать их не стали потому, что им потом удалось договориться с инспекторами. В сети появились следующие комментарии, цитата: «Центральные чиновники, прекратите свои расследования, иначе страна потеряет в огне очень много», конец цитаты. Другие шутят, цитата: «Пожалуйста, не отправляйте свои рабочие группы на армейские склады боеприпасов, а то будет очень большой взрыв», конец цитаты. Первые рабочие группы китайская компартия создала еще 10 лет назад. Независимый политический обозреватель из Пекина Хуа По говорит, что с тех пор масштабы коррупции не только не уменьшились, а стали еще больше. Об этом свидетельствует возросшее по всей стране количество петиционеров, людей, которые пытаются подать жалобы центральному правительству на несправедливость властей на местах. Эксперт уверен, что эти рабочие группы давно стали просто инструментом Пекина для удержания под контролем провинциальных чиновников и что они совсем не отстаивают интересы рядовых китайцев. Они приехали, но не решили никаких проблем, которые по-настоящему волнуют народ и касаются его напрямую. Они не могут их разрешить. У инспекционных групп есть правило не проводить расследования в отношении вышестоящих. Таким образом, гражданам по-прежнему некому жаловаться на несправедливое к ним отношение. Их проблемы не могут быть решены. Как сообщают гонконгские СМИ, главами этих групп часто являются бывшие лидеры компартии провинциального, городского или министерского уровня, которые под прикрытием инспекции налаживают связи, продают или покупают чиновничьи должности и взаимодействуют с местными бизнесменами.